Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы. Таким будет наступающий четверг. В некоторых районах возможен слабый туман. Скажется влияние атмосферных фронтов. Слабый юго-западный ветер усилится лишь при непогоде. Температура за окном ночью составит плюс 8, плюс 14. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов тепла. Температурный рекорд 26 августа был побит в 1909 году. Шкала термометра в тот день показала 30 градусов тепла. А в 1984 конец лета был по-настоящему холодным. Всего плюс 3. Великобританию накрыл шторм. Фрэнсис, такое имя дали стихии, нанес ущерб сотням домов и предприятий. Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке, ряд домов на юге Уэльса пострадал от наводнений. Рекордные ветры, в некоторых районах скорость достигала 34 метров в секунду, подняли в воздух обломки сооружений. Десятки людей удалось спасти. И снова водная стихия, на этот раз Пакистан и Афганистан. Наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни более 100 человек. Тысячи домов повреждены. Спасатели ищут под обломками выживших. Завтра в Бобруйске пройдут сильные дожди. Вероятность грозы 80%. Погода словно шепчет, календарная осень уже не за горами. Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, ночью столбик термометра опустится до 14 градусов выше 0. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.